What was that? What was that? Can we repeat it? I don't think so. Слушай, может тебе еще хреновочки налить? Хреновочки еще налить? Ой, я понравилась. Каждый день ела. Крепкая, да? Твоя даже лучше. А да, вы попробовали? Мы у него крепче, потому что она не настояла. Мороженое это самое опасное, что может быть в вашей же неправильном питании, потому что мороженое сразу идет уже, сразу. Оно вообще твое. Шаляпин. Ой. Happy what? Happy Thanksgiving. Oh, okay. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Okay. Next one. I don't want to sing. That was great. You that was great. Happy birthday, Kay. That was great. That was great. Чатая племянница Катюша, мы рады сегодня поздравить тебя, отметить твой 30-й летний зрелый прекрасный возраст. Ну ладно, нормально, все нормально. Твои замечательные родители подарили тебе жизнь и свет, наградили тебя нормальными генами, дали тебе правильный, хороший жизненный пример. Ты второй должный дар. Божий дар. И в семье. Ты рождена под большой, богатой, доброй планетой Юпитер. Это значит, твоя жизнь выигрышный билет. Не провал. Я вот чисто. No, it's so good. Давай ты почитай. Не, не, не. Давай читай. Что нам делать? No, I'm doing great. Ты выбрала интересную, нужную профессию и... За... Не отвлекайся. Скажи это своим Сашкой. Сашка. Ты выбрала интересную, нужную профессию и достигла результат. Твой труд нелегкий. Нелег и полезен. Come on, Анька. Фокус. Хреновку не нальем больше, давай. Укол не застрянет. Укольчик вообще-то. Укольчик не застрянет. Нужную инфекцию достанет. Эффекты молниеносен. Любые боли утолит и предотвратит. Давай маму почитай. Чудеса жди, они рядом с тобой, все хорошо впереди. Жизнь твоя полна удач и озарена счастьем и любовью. Ты девушка хоть куда, труженица и не обделена добротой и красотою. С верностью и естественной любовью твое сердце ворвется в мужчины. И по жизни пойдете одной судьбой, крепкого здоровья и огромного вам счастья, тетя Зина. Okay. Even though you're my cousin, I consider you one of my sisters. You and I, Sveta, everyone here, we basically grew up together, and I really consider you like one of my siblings, not just a cousin, because we spent so many holidays together, so many precious moments together, and because of your ambitiousness to do what you want to do, you've inspired me to become a nurse as well. Why? Yeah! And I hope
I can be as good of a nurse as you are. Aw, you're so sweet. Aww. Aww. Oh, you can inspire someone. You can inspire someone to